Екатерина Макаренко спрашивает вас два вопроса. На небесах все будут как одна семья или каждому своя награда? И аналогичный вопрос, который она задает, будут ли на небесах также церкви Победа или какие-то еще другие церкви? Дина, да, по-моему? Дина Макаренко. Да, Макаренко. Прямо наша украинка. Макаренко, Дина. Мне нравится, что ты прямо уже интересуешься жизнью на небесах, будучи на земле. Очень мало людей живут на земле, интересуются жизнью после земли. Кроме если им 90 лет уже. Так что молодец. Не знаю, сколько тебе лет, но в любом случае это хорошо. Потому что Библия учит, что о горном помышляйте, а не о земном. И хорошо мыслить о том, что будет после земли. Это очень помогает, это как профилактика для души, для образа жизни здесь, на земле. Дина, так хотелось бы, чтобы на небе была церковь Победа, но, увы, там не будет. Потому что Иисус Христос создал на земле разные церкви, поставил разных пасторов, чтобы они достигли то место, где они находятся. А когда мы будем на небе, мы просто будем одна большая тело Христово или невеста Иисуса Христа. Там разделение по церквям вряд ли. Там главное это те, которые искуплены Агнцем, которые поверили и приняли его, будучи на земле. Второе. А будет ли там одна семья, как бы в одном большом доме, все живут? Нет, нас слишком много, чтобы в одном доме поместиться. Библия говорит, каждый получит награду свою, исходя из того, как он прожил на земле. Даже Иисус сказал, Царство Божие похоже на человека, который пошел в дальнюю страну, оставил талант, вернулся. Посмотрел, кто что сделал со своими талантами его. И каждому он вознаградил, исходя из того, что они сделали. На небе будут награды, и каждый получит свою награду. Поэтому живи так, чтобы получить приз и награду. Служи так, чтобы получить приз и награду. Искренно, от души, в доверие Богу, и Бог пусть тебя благословит.